Визиты очень тщательно и давно готовились. И я думаю, он на самом деле будет историческим. Я очень благодарен, что одно из первых визитов вы направились в Узбекистан. Это большой... Привет, ребята. Владимир Путин приезжал в Узбекистан. И это очень отразилось и очень показало всем людям, какое отношение между президентом Узбекистана и президентом России сверх хорошее, приятельское, я бы даже сказал. Более того, Владимир Путин должен был на 2 дня остаться в Узбекистане, остался на 3 дня. Также есть информация, что он был дома у президента Узбекистана. То есть президент Узбекистана его к себе лично домой позвал в гости. Путин согласился. И, в общем, ребят, сейчас поговорим о вступлении Узбекистана в ЕС. Ведь это важно, так как благодаря этому мигранты-узбеки смогут без патента находиться, работать, трудиться в России. Путин зовет Узбекистан в ЕС. И тут пишут, что в ходе визита в Ташкент Владимир Путин заявил, что присоединение Узбекистана к ЕС принесет экономическую выгоду всем. Вот смотрите, сам Владимир Путин даже заявлял, указывает этот сайт. Это очень говорит о многом. Ребята, я не удивлюсь, если в скором времени Узбекистан реально вступит в ЕС. Вот кыргызы не дадут соврать, каково им находиться в России вообще легко, именно на заработках. Никаких патентов, просто очень комфортно. В ходе государственного визита в Ташкент президент Владимир Путин выразил уверенность, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу принесет пользу обеим сторонам. При этом он подчеркнул, что Москва не настаивает на таком решении. Что касается интеграционных процессов, то мы никогда ни на чем не настаиваем. Вообще интеграционные процессы, если вы имеете в виду ЕС, прежде всего, конечно, мы об экономике говорим. Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла, заявил Путин. Но участвовать или нет – это выбор любого государства, исходя из интереса, прежде всего экономического интереса и экономической целесообразности, считает президент России. У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы. И когда-то или иное правительство принимает решение об участии или неучастии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого, добавил он. Евразийский экономический союз на данный момент, ребят, напоминаю, входит Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь. Подписание договора о создании союза состоялось 10 лет назад. Основателями организации были те же государства, что и сегодня в ее составе, кроме Кыргызстана, который присоединился годом позднее. Если что, он присоединился, по-моему, в 2015-м. Тут пишут в мае 2024-го, по-моему, в мае 2014-го ЕС создано. Ну ладно, не суть. Главное это узбекам, мигрантам, чтобы патент отменили, чтобы его не было, и чтобы было комфортнее трудиться, так говорится, на заработках. Ребят, если Владимир Путин об этом говорит, значит это говорит о чем? О том, что, скорее всего, президент Узбекистана должен решить, будет ли он вступать туда. Вот и все. Просто некоторые узбеки говорят, ну некоторые подписчики, мы не хотим туда вступать, потому что мы хотим быть полностью независимыми и так далее. А кто-то говорит из подписчиков, надо вступать. Большинство говорят, надо вступать. Ну, посмотрим. Жизнь покажет, как говорится, всех уважается. Не всем пока.